Мы решили свалить шулюм-булюм. Сережа у нас сегодня главный по вот этой вот вкусняшке. Я не знаю, что там будет, я не знаю, какие там будут продукты. Жду вместе с вами. Самое что интересное, Сережа тоже не знает, что там будет. Выяснилось, что по шулюм-булюму у нас сегодня главная Ирина, поэтому наблюдаем. Сережа тут ни при чем. Сережа тут ни при чем. Наблюдаем. Шулюм-булюмка наша сегодня. Люди, как хорошо жить-то! Здесь обжаренный лук и морковь, затем тушенка, чуть-чуть свежего лука положили и картофель. Блюдо наше закипело, я не знаю, это все пахнет летом, природой, костром, речкой, это кайф. Картофель готов, закинули помидорку, наливаем воды. Вот, вот теперь хватит. Вот так вот, хорошо кипит. Запускаем домашнюю лапшу. Блин, она такая, она прям желтая. Это Наташа делала, да? Да, из домашних яичек. Из домашних яиц. Ой, ну, божечки. Наверное, да. Не, ну если мы хотим просто лапшу поесть, то да. Если суп, то лишнего. Если хочется просто лапшу поесть. Да. Все мы любим макароны. Любые макарошки. Давай всю запустим. Всю запустим. Мы тогда будем. Тогда супа не будет, будет лапша. Да. Ну и давай. В общем, вот так мы решили. Специи, что за специи? Ну, какие-то купил в Казахстанской. Вкусно пахнет. Вкусно пахнет. Короче, классные специи. Для лагмана вкусно пахнут. Вот так у нас. Правда, вкусно пахнут. Прямо аромат пошел. Практически все готово. Вид сумасшедший, море, ну, в виде речки, бог с ним. Кувшин с джином, прекрасный суп. Это кайф.